Это все потому, что я запись не включил. Сейчас включил. Давайте выйдем. Выйдите с инста, обнови Минск просто. Интересно здесь. А надо резнуться перед этим, как обновлять, да? А, надо забежать, резнуться. Сейчас, подожди, подожди. Надо тело свое с инста забрать. Да, да, я понял. Бой, меняй сложность на 25. Все, я вышел. Ура. Ну, ты десятка поставил. Там кто-то пошел уже, да? А, просто сейчас... Выйдите с инста, вы чё, ребята? Вроде поставил 25. Сейчас выйдите. Нет. Типа убав. Ладно, сейчас еще раз попробуем, если нет, то... Просто убьем. То я не знаю, вам не судьба делать какие-то ачивы. Мне, конечно, это ачива надо. Я их сделаю для себя. Но я там подтяну ребят с кнутов северного, которых я знаю. Мы сделаем. А тут с вами только, бля, это пиздец. Эти бафы. Конечно, не все такие, но... Он врезается в тебя, он бьет на 38 тысяч. То есть ты не сдохнешь, но... Рога сдохнет. Вы услышали призыв серебряного аванта. Ну давай посчитаю рейд, я уже запустил босса. В этом Колизее вам предстоит сразиться с противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Пасы не наносят урон, но РДДшка вам не сильно наносит урон, потому что они растянуты по рейду. Понимаешь, чё фишка? Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион. Там 50 тысяч бронежилетов. Настойчик. Наше время, паладин. Погнали. Герундайт, нет? Да, с огня выйдите. Заберите уже сак, махите. Тесак мой босс. Да он на мне, он на мне. Ой, просто даун типа айдет, забакался. На бой сыграем. Еще только. Подрать, все бейте левого чага, все. Ой, правого. Погнали. Друид, куда ты пошел? Ну что вы делаете? Перес квадрат. Я говорю, сместились с квадрата, и квадрат не получает урона, а вы получаете. Ладно. Ну все, давай, беги. И еще раз.
Отлично, сейчас забьем. Подороже только не стоит. Ходили на хильки. Рассоситесь. Краям. Надо подождать. Все от центра сейчас. Никто не должен быть в центре, даже Милик. Смотрим, что у нас тут. На Хризефилакс. От Хризефилакса все отошли. Чуть не убило. Так, да. Или сейчас рейд, в центре никто не должен стоять, сейчас уйдите, милики. Просто не было там маги. Отлично, смотрим. Мидвайн на тебя бежит, прожми там ШВД, если ты не уверен в себе. Отлично, смотри. Смазал. Значит, не уверен в себе. Все, ребята, расходимся. Спускаюсь сразу дальше. Не. Да, я попью и расскажу, что делать дальше. Хотя бы раньше скажу, чтобы держали. Короче, тут надо будет очень-очень внимательно следить за милизоной и захиливать метки, пацаны. Все. Ну, запускай. И держите рейндж, пожалуйста, 15 метров РДД. Я скажу, надо будет петь гимн на ХП. И когда я скажу, надо будет играть в голема, бросить дамаг в это. Да, Хризефилакс, спекать. А кто вообще танки тут? Протовар, протопал, БДК. Первый пати. Акма. Отлично, Хризефилакс, спекайся. Вара. Так, стол, сейчас дам. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Рики, отойдите, это там ДК. Если не словит, сразу и вас ваншотнет, будет обидно. Плащ, штаны или зап навыком? Потешение хулипов, знаешь? Короче, шамазин, нужно еще пуржить этого хрена, потому что я не буду один успевать стилить эти стаки. Смотрим, начинается бой. В принципе, я еще просто буду проговаривать все это, давайте погнали.
Смотрим врата. Пламя легиона. Да, играемся. Все врата. Евару захил. Евару захиливай. Пан беги или плащ теней. Давайте госпожу боли туда, к танкам. Бьем босс. Кливайте, кливайте ее. Тильте новер. Беги. Прям сейчас захиливать будет. Какой сильно захиливать? Сейчас вулканы будут. Прожимайте. Чешки, играйте в вулкан и вариат, пой гимн на КП. Вариат поет гимн на КП. Еще гимн на КП, пой. Медвань, беги, медвань, беги и добивайте сразу голема. Сказахил, атом сказахил, бейте голема все. По боссу не играйте, бейте голема. Атом сказахил. Лимон захил. Клота, беги. Атомска захил. Атомска, все, добивайте босс. Так. Второй босс сложный сдох. Ничего, Хризефилак, спекайся в танка, стереотип, спекайся в танка, Че Гевара, спекайся в танк. Чтоб наверняка никто не сдох. Смарт ДД, да? В танка. Там главное, давай так, смарт ты будешь ДД, Белин, Акма, Че Гевара, стереотип и Зандпа будут танк. И Хризефилакс еще на подстраховке. А что ты там упал? Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Что тебе надо носить? Позволь моим чемпионам сражаться... Стойте там, где все вы стоите. Я сейчас запущу, посмотрим, кто тут выйдет. Бля, нахера. Смарт, смарт. Танка 3 не есть? Нет. Ну все тогда. Танка 3 нет до следующего босса. До следующего, да? О, дерево. Посмотрим. Значит, БДК будет держать ДК. Акма, на тебе звездочка. Ты понял? Ретри паладин. Кружочек будет держать стереотип. Ты понял? Кружочек стереотип. Вара будет держать вар. Который. Хризефилакс. Хризефилакс, ты будешь держать вара, потому что у тебя есть антипир и всякая такая параш. И рогу будет держать Че Гевара. Ты слышал Че Гевара? Ты держишь трусы. Угу. Ой, танк остался свободный. Зен. Блин, у тебя будет спецзадание, это крест, ой, это квад полумесяц, будешь ее станить, отводить, и Зандпа тоже сиди на нем, чтобы он, короче, или Зандпа иди тоже на рогу, будешь с рогой играть, станить и так дальше. Все мы будем сначала лока заливать, крест, после креста мы будем все дружно заливать, походу, шамана, керри, вот и все, пожалуйста. Диана, засчитуй. Диана, почему надо было уже считывать, когда я начал говорить только? Блок, кидай изгнание, эфир поочередно на дерево, чтобы не хилить.
Не подчередно, а 4 эфира, 3 знания. Ну там как. Да, смотрите, я держу всегда дистанцию. Не знаете, как стать, станьте в квадрат. Роги с тобой Че Гевара. Бьем сначала крест, после креста череп. Не, после креста полумесяц, скорее всего, да. Все, все готовы? Не, давайте я чекну. Только вы станьте тоже, там, у вас есть станы, типа, туда-сюда. Не надо тут умирать. Кто умрет, тот пидор. Все готовы? Погнали, погнали, погнали бить крест. Крест. Крест бьют. Звездочка в рейде. Ну, сука, здесь пар в рейде, алло. А теперь бьем полумесяц. Где тут полумесяц тусуется? Полумесяц бейте. Сова дальше от инди. Сова, максимальный РНЖ. Дяшка, может, такого. Скотоди, пожалуйста, стань в квадрат. Почему ты куча там, где куча трэша? Чтоб боссы. Еще эту лису убивайте. ТРДД. Ну, злочародея бьем, это тоже РДД, это маг. Крест. Крест. Тут рога рядом строит. Против квадрат. В квадрате. Против зап. Кто танка сидят? Я не втыкаю, что он в рейде вообще делает. Маз диспал. Маз диспал. По рейду. А по музлу чародей. Сейчас шамана составим. Давайте потом трусы будем бить. Трусы. Да маг сам к нам приходит. Опасно. И трусы только там, танки ретаунтите трусы. Бейте трусы. Да контрольте это. Там еще ретрик есть. Ретрика идите бейте. Бейте все ретрика, только осторожно, с ретриком он может ваншотнуть. С пиздюлями, так что пуливайте без оружия. Я могу дизарм дать. Не надо могу, надо давать. А, не, нихуя. Поставьте щит. Эти хилок безобидных. Квару не идите, просто стойте в звезде квадрате и бейте хилок. Пара там затанчит ДК без вас. Бейте себе хилок. Не спойте, блядь.
перебегаю как дурачок. У тебя тут и монеты что? Интересно, как дерево парирует своими лапками, ветками. Да, отмахивается с самыми ветками. Ну знаешь, когда по лесу идешь, там будет рыть человек. И тропка узкая, ты за ним, идешь. За первым, а за вторым. Первую ветку отклоняет, а тебе достается. Давай, шаман. Подведите к нам ДК, к танкам всем. ДК веди к нам. Акму. И ретаунтите его тут в рейде. А только РДД стоит в квадрате. Не надо там стоять, чтобы он нас убил. Варом то же самое делает. Нет, на вальках тяжко будет. Может там попало, шестым спекнуться. И вообще охуенно. Да, и спекнуться шестым. Смотрите, смотрите, за мага не сдох и контролирую всех вас, где нужно стоять. Это скилл, пацаны. Случайность. Да, случайность. Не, играют нормально люди. Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Я надеюсь, не запустили. Пускайте только босса. Ты еще не все рассказал. Уберите тотемы. Чьи тотемы, кто там стоит? Лизни тотемы, бери тотемы и уйди к квадрату. Разрулим. Дайте баф, дайте баф, пацаны. Смотрите, пацаны, 6 киллов, чтоб на верочку, наверняка. Давайте... стереотип, спекнич тут в танка. Давай, копар, дуй в танка на одного босса. Белин, спекайся в ретрик. Стереотипы Акма. Вы будете танчить. Один будет танчить белую, другой черную. Но пулок не надо. Захиливайте танков 6 хилов. Если вы уронитесь, это будет жопа. Я перезвоню. В принципе, если нам повезет, будет. А если даже и не повезет, то тоже что-то будет. Дэйв, готов? Хватит 9 минут. Дэйв, ты готов? Все, все готовы, я запускаю. Навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязание... Бери копар белый, будешь танчить один. Кильте танков, танков будет пробивать, и танки прожимайтесь. Наберите рейн, чтобы вас не убило. Не ловите белые сферки с черным дебафом. Чек. Все готовы? Погнали! Во имя темного повелителя, во имя короля Лича, вы умрете!
типа хильте. Спецспособность. Светлую воронку все взяли. Взяли светлую воронку. И бьем другую. Вару прохилить. Типа прохилить. Тайно прохилить. Спецспособность. Черную, бьем белую, речь. Каз бейте. Ясно. Добивает. Что случилось-то? Козбрила. Танк? А ты как умер? 41 тысяча МПС, это нормально. Куда пошипел? А как она шип этот кидает, когда она щит был? Или чё? Ну вот он... Получается, одна валька решит щита, которая без щита, она что, шипом сразу бьет или как? Время сбития этого шипа. Время сбития чего? Ну, щит сбивается и там автоматом по двух танк хуярит. По второму, которая без щита была, по нему хуярит, да? Да. Понятно. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны. Ну можно было что-то сделать. Плоть и остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Пока там зубы не знаю. Будет и много там не знаю. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь. Не рубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Да, который вы так бездумно построили. Блин, протопало. Этот хризофилак спекнулся про товар. Ну тут надо мобов подержать. Мне фордринг. Сейчас дам просто. Я поставил бумагу, пожалуйста. Уйгло. Маску по бумагу, 300 бал.
Фой, ты только не левая, сразу. Угу. А чё? Ну как бы только у тебя тут права с начислением. А, еще есть. Белин и Хризофилакс. Белин, ты слева, Хризофилакс, ты справа. Нет у тебя. Так можно зайти на другого. Короче. Начинайте. Девятно, начинай. Босс, видите? Босс, всекайте тупо. Босса бей. По боссу не надо трэш. Скажу, как я трэш. Все, давайте по трэшу. Беги, малышка, беги! На пути не стойте. Ним. Здорово, мама. Всем, парни. Что, вы еще куда-то пошли, да, в рейд? Да, Юрка. Гимноману, дайте. Гимноману, квота, свой гимноман. А во вторую РС кто ходили, как я вошел? Да, был. Блин, опять все, короче, пропустил. Сейчас появится Мубарак. Давайте сразу будем. Давайте сливаться. Мы стопнули по Мубараку. Стопните по Мубараку. Давайте трэш убьем. Сведите трэш. Так, два моба. Сейчас их подкину. Давайте, бейте трэш. Давайте, Гер. Где квадрат? Рейд. Если вы хил режете. Охотник есть. ПП пой квоту. Идем на ХП. Захилили, каст не сбили. Убивайте. Хильте уже, алло.
Ярость Гороша. Ладно. Пошел я на ЕП, всем спасибо. Старался. Утешение. Утешение падало в дерево, не? Ладно, всем спокойной ночи, ребят. Давай. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Мне как-то заходит. Это Серега, ты принимаешь там? Ты лут раздашь? Я? У тебя лутят. Так вот именно попринимай хоть. Да, каждый КДДБ. Когда раз делаем, когда не разу, да. Ну. Славик, мне там ЕП накинь по-братски. Тебя не было в рейде. Че, все накидывать? Пойдет кто на Феникса за Феникса?